Привет, друзья! Российский фрегат проекта 22-350 «Адмирал Горшков», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и сопровождающий его морской танкер «Кама» совершили деловой заход в порт Джидда, Саудовской Аравии. Во время пребывания в Джидде экипажи кораблей займутся пополнением сократившихся во время дальнего похода запасов топлива, пресной воды и продуктов. Последний раз боевые корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовской Аравии около 10 лет назад. Дальний морской поход кораблей начался в январе 2023 года. Впереди задел. Все, удар конца оставляйте. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.